скалолазание – молодой, динамично развивающийся экстремальный вид спорта. На Ставрополье большое количество естественных скал, где есть возможность тренироваться. Подготовленные скалолазные маршруты на горе Острый и Медовый в окрестностях Железноводска, Березовской балки под Кисловодском привлекают большое количество спортсменов. Сейчас стали популярными скалолазные стенды. Они есть почти в каждом крупном городе Ставропольского края. И если на открытом рельефе процесс тренировки может вмешаться непогода, то в зале спортсмены могут заниматься даже зимой. Скалолазание как вид спорта появился на Ставрополье в 80-х годах прошлого столетия. Тогда, 30 лет назад, в город-курорт Кисловодск зимой съезжались спортсмены со всей страны. В Березовском ущелье проводились соревнования по скалолазанию на Кубок героев-медиков. Здесь скалы так хорошо прогреваются солнцем, что даже в зимние месяцы на них можно оттачивать свое мастерство и состязаться. Именно в районе Кавказских минеральных вод, где большое количество скал, более активно развивалось ставропольское скалолазание. В начале 90-х годов на горе Острой были проведены старты на приз газеты «Вестник Кавказа». С тех пор начались традиционные майские соревнования скалолазов. Когда начинали, то есть в том снаряжении, в котором лазим сейчас мы и в котором лазили они, то, что они лазили в этом снаряжении, это очень круто. С этими тяжеленными оттяжками, то есть с системами, неудобными скальными туфлями. В России лазили в галошах. Причем ценился не кандид, то есть который очень мягкий. Все доставали в советские годы. Но с завода брак. Брак продавался дешевле, его использовали для тапок. Стирали глянец, лазили. 1 марта 1995 года на Ужбинском ледопаде погиб один из сильнейших альпинистов Юга России Валерий Коваленко. Ему было 39 лет. Следующие два года соревнования были посвящены его памяти. Через два года после гибели Валерия Коваленко на скальной тренировке разбивается один из организаторов соревнований, их призер, самый молодой снежный барс России Андрей Круглов. В 23 года он покорил все 5 семитысячников страны. Теперь соревнования носят название памяти друзей. Они проходят каждый год в одно и то же время, меняется только место. Много лет подряд им была гора Острая под Лермонтовым. Сейчас там не осталось места для новых трасс. И потому организаторы перенесли соревнования в Березовское ущелье, недалеко от Кисловодска. Поскольку наш главный организатор всего этого, Юрий Гавц, живет в Кисловодске, здесь популярные стены для лазания, они еще были не пробиты, но мы лазали с верхней страховкой. И мы решили просто пробивать Березовское ущелье, наиболее популярное скалолазное место. И двинулись сверху вниз, пробивая все стены. Вот сейчас у нас пробито около города массив Мышки, потом французский бастион, Глазки. И в планах следующий массив Россия. Все сели? Да. Погнали? Обычные весенние старты переросли в чемпионат Ставропольского края. А совсем недавно чемпионат получил статус Всероссийского фестиваля. Соревноваться сюда приезжают спортсмены со всей России. В этом году приняли участие более 70 человек. В районе скального массива Глазки разбили два палаточных лагеря. Основной, большой, расположился в верхней части скалы, поменьше – у реки. Организаторы фестиваля продумали все – выездную торговлю, насыщенную развлекательную программу. Трассы для соревнований традиционно начинают готовить за 2-3 недели. Зачастую в этом участвуют сами скалолазы, которые имеют большой альпинистский опыт. Все это время
Живут они здесь же, работают даже в ненастную погоду. Погода, как видите, никакой. Стоит туман. Вчера нас вообще со стены смыло дождем. Сегодня вот женек борется с новой проблемой. Холод, откуда ни возьмись, пришел. Может быть, будет тепло завтра. И мы благополучно закончим хотя бы второй маршрут. Главное успеть в срок. Чтобы подготовить новые скальные маршруты, необходимо качественное специальное альпинистское и скалолазное снаряжение. В этом году такое оборудование предоставила фирма Petzl. Соревнования начинаются с торжественного построения. Организаторы рассказывают о предстоящей программе. Спортсменам необходимо пройти квалификационные старты и финалы двух мероприятий – фестиваля памяти друзей и чемпионата Ставропольского края по скалолазанию. Затем судьи показывают трассы. Дается старт. В этом году организаторы позаимствовали систему проведения соревнований у аналогичного фестиваля в Таиланде. Участникам предоставлялось на выбор 50 трасс разной категории сложности. Чем сложнее пройденный маршрут, тем большее количество баллов он приносит участникам. Борься сам с собой, то есть доказать в первую очередь себе, что ты это можешь. И кому-то доказать, а ему доказывать себе каждый раз. Ну вот он сейчас снимет все оттяжки, спустится и пойдет лазить на другой финал. Он нам немножко рассказал суть его занятий скалолазанием, для чего он это делает, почему он это делает. Ну, как мы поняли из его рассказов, для того, чтобы перебороть себя, свою слабость. Я бы не сказал, наверное, что скалолазы слабые люди. Они очень сильные. Ну, они хотят быть еще сильнее и лазить лучше всех. Все финалисты выступали в майках от постоянного партнера соревнований ростовской фирмы «Озон». Памятные футболки достались и судьям. Для чемпионата была подготовлена трасса на сложность. Никто из участников так и не смог пройти ее до конца. Победителем стал тот, кто показал лучший результат. Вечером состоялась самая приятная часть соревнований – награждение победителей. Все призеры получили кубки, медали и, конечно, подарки. Рюкзаки, спальные мешки, палатки от компании Red Fox. Первое место во Всероссийском фестивале скалолазания, посвященном памяти друзей среди женщин, заняла Екатерина Власова из Ростова-на-Дону. Среди мужчин – Александр Автомонов из Кисловодска. В чемпионате Ставропольского края по скалолазанию первое место среди женщин досталось мастеру спорта из Сочи Инне Диденко. Среди мужчин – мастеру спорта Юрию Такженову из Ростова-на-Дону. Ночная дискотека и запуск небесных китайских фонариков стали приятным дополнением к наградам. Мелкий дождь только прибавлял драйва танцующим. Утром пришло время расставаться. Вероятно, Березовское ущелье не хотело никого отпускать. Дорогу размыло ночным дождем, и машинам приходилось искать объездные пути. Однако никто из участников соревнований не унывал. Все понимали, что в следующем году будет новая встреча, новые трассы и новые впечатления.